Все, теперь уже упали вниз. И смотрите, ребят, вот сейчас нам нужно воду направить так, чтобы она попала на этот лепесток, и мы смогли вернуться. Но перед этим я хочу сходить вот сюда и подождать вот на этом месте, что сейчас будет. А, нет, не на этом, вот на этом. Смотрите, видите, червячка? Если вы хорошо помните, он нам нужен для рыбака. Вот. А теперь уже давайте пробовать. Тут что, сорняки вот такие есть? И они нам понадобятся. В общем, у меня есть вот дружеский канал Old Child. И вот на нем выходит прохождение квестов, таких вот как ботанику. Вот, и благодаря ему я узнал, какого существа мне каждый раз не хватало, чтобы 23-123 набрать животных из этой игры. Оказывается, тут если все вот эти сорняки прорастить, кое-что будет. Поэтому сейчас смотрите, что вот произойдет. Проращиваем сорнячки. Так. Вот, да. Так. В принципе, тут рандом. Сильно сделать, чтобы что-то было по плану, тут нельзя. О! Сделали главный стебель. Но нам пока он не нужен. Опа, еще один. Нам еще надо вот раз, два. Два побега. Как я понимаю, да? Опа, смотрите. Осталось только один побег надо сделать. Как же этого добиться? Ребят, получилось. Теперь просто надо подождать. Смотрите, ждем. Вот. Я никогда до этого не догадывался. Смотрите, это существо, которое я ни разу не видел в игре. А почему у краба нету ножек? Хм, странно. Вот. Но благодаря Old Child, канал такой, вот. Благодаря нему я теперь знаю. Вот видите, у него ноги есть. А тут нету. Какой-то баг. Странно. Очень-очень странно. Смотрите, а у этого шеи нету. Какие-то баги, не знаю. Раньше вроде все такое было. Странно. Вот, даем чуваку его червяка. Да, молодец. Минус крабик. Так. Не помню для чего. А, нет, я помню для чего. Теперь надо обрезать паутину пауку. Рыбак на рыбу. Ясно. Вот смотрите, ребят, это баги. Видите, у него рыбы нету. Это точно баги. Капец. Первый раз такое вижу. Кстати, давайте сохранимся, а то... Я ни разу не делал сохранения. Я, кстати, да, забываю, тут что-то сохранение существует. Часто было такое, что забывал сохранить. Хм, ничего. Сюда. Ну чё, разорот, погнали нахуй! Ёбаный мур! Умный какой. Так, вот этот наш ребёночек, терявшийся. Не помню, кстати, эти вот ребята... Они кто такие? Какие-то растения. Я не помню. Как это такие называются растения? Ох, классная память. На дереве растут такие орехи. Так, а куда нам теперь идти? К маме, наверное, той.
который нам задание дала вот это. А, еще один? А он где? Вспомнил! О, вот он. Выбираем персонажа, давайте попробуем тыкву. Так, давайте это. Короче, слабая перышко. Ясно, гриб. Догоняем его, смотрите, его невозможно догнать. Как бы не шли быстрее вас.